Всем привет, дорогие подписчики, с вами как всегда Диман, а также Донни, и сегодня мы вновь продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Прячь и ищи». Кукусяндр! Сегодня, ребята, у нас будет нового введения. У нас нет тут тачек, которые мы заранее заготовили, а всего лишь байки. Мы, в общем-то, с Донни будем кататься вот в этой территории и находить нычки, в которых мы будем прятать рандомные машины. То есть непонятно, что вообще может упасть. И давай договоримся так. Ты будешь красить свои тачки в зеленый цвет, я буду красить свои тачки в красный цвет, чтобы мы немножечко отличали их. А позже мы возвращаемся к началу старта и будем искать эти автомобили за 5 минут. Ну и, соответственно, позже мы выбираем одну тачку, прокачиваем ее и проходим ряд испытаний. Вы, ребята, тем временем ставьте обязательно лайки, если вам нравится такое нововведение, а также предлагайте что-то новенькое для улучшения данной рубрики. Ну и не забывайте о колокольчике и подписке, потому что многие из вас жалуются, что ролики вы не видите новые. Поэтому, ребята, во всем виноват YouTube, просто поставьте колокольчик, подпишитесь, и все новые ролики вы будете видеть на канале. Итак, ребята, мы уже, в общем-то, ушли в свою конфу, и давайте искать места, где можно спрятать тачку. А главное условие — это нужно заехать туда и не ставить ее в текстуры. Мы не ограничиваемся во времени для того, чтобы прятать машины, потому что, ребята, это будет сложно, пока заспаунил, пока еще что-то. Поэтому просто нужно найти более-менее неплохое место. Итак, ребята, я вот, честно сказать, вообще не могу представить, куда лучше спрятать эту тачку для Донни. Мне кажется, он ее найдет спокойно. Не, можно, в принципе, ставить где-то здесь, но тоже не... Во! Давайте мы ее вот здесь спрячем. В принципе, сюда можно заехать. А значит, ребята, мы байк удаляем. Сразу вот так вот. И спавним просто первую попавшуюся рандомную тачку. Просто диво. Просто новая, хорошая тачка. Диво! Охренеть! Донни повезло, а мы возвращаемся за следующим байком и прячем следующую тачку. Сразу же ищем тогда нычку для второй тачки. Во-первых, я не знаю, какую тачку мы спрячем. Ну и, соответственно, сейчас если найти какую-то лайтовую нычку, а там будет просто супер-пупер тачка, будет обидно. Будет очень сильно обидно, поэтому надо искать все более-менее неплохие нычки и прятать именно там. Вот, кстати, я нашел... плюс-минус неплохую нычку, но давайте тут ее, в общем-то, оставим. Так, удалить тачку, точнее, моток, и ставим. Моток не считается, и, ребята, это обычная GTA-шная тачка, и поэтому мы ее не берем в учет, а значит, ребята, спавним следующую. О, да ладно, М8, сразу сходу у Ванька. Охренеть, ребята, кстати, я забыл покрасить его, поэтому мы потом тоже подъедем, подкрасим ее, а вот теперь BMW будет стоять у нас здесь. Ну и последнюю тачку прячем, друзья, но я даже не знаю, куда бы ее можно было спрятать, а как вариант, я знаю, ребята, как-то давно мне прятал так Донни машину. А значит, ребята, что и нам можно так сделать. Я просто спрячу тачку вот здесь на мосту. Казалось бы, это зона, это... Донни уже все тачки спрятал. Ребята, Донни уже спрятал все тачки, видите его? А давайте чисто, знаете что? Просто вот здесь спрячем ему тачку. Это что это? Это Вольво, тоже красная. Давайте мы сразу ее красим в красный цвет. И просто, ребята, знаете, чтобы ну, более-менее было ее видно, давайте вот так вот мы ее спрячем. Вот так вот, да. Все, отлично. Посмотрим на реакцию Донни. В принципе, тачка такая себе. Даже если найдет, будет не так обидно. Но просто посмотрим на реакцию Донни, если он ее вдруг заметит. Ну и теперь давайте вернемся к нему и будем начинать. Так, ребят, мы спрятали все тачки. Я напоминаю, у нас будет 5 минут на поиски. Спасибо за то, что сел. Ладно, сразу сходу, знаешь, что я хочу проверить? Что ты хочешь проверить? Ну, сюда, да, бред было бы заезжать, ты не ставил монашки. Ты думаешь, что-то здесь может быть? Да, 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 я вот не уверен, но а вдруг? Если бы ты не сказал, я бы не нашел никогда. Спасибо за BMW. Я просто решил такой, думать такой, опа, что-то может быть здесь? Блин, ты фуфел! Ну, это ты фуфел, сам взял, спалился. Взял, спалился просто. Ну, это, да, рядом с базой, но не так... А, да, нашел! Нашел первую тачку, это Панамера Турбо. Панамера Турбо, ну неплохо, кстати, неплохо. Панамера. А че вообще, какие тачки тебе выпадали, а? Признайся. Ну, хорошие. Хорошие? Ну, тебе тоже очень хорошие выпали, прям вообще очень хорошие. И я хотел бы себе, наверное, такие тачки, вот честно. Вот честно. Ладно, по первой тачке есть, ребята, прошла минута. Прошла минута, а значит, еще не все потеряно. Как говорится, много хочешь. Много хочешь? Ну, как говорится, если хочешь, значит, будет. А ну, я если упал. Хочешь и а ничего не упал. Делаешь для этого, то не будет. Ну я же ищу. Я же стараюсь. Ну я же ищу. Блин.
где еще тачки? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Мне нравится этот формат, кстати. Вот когда ты не знаешь, что для тебя спрятал противник. Ну так, а мы что, обычно знаем, что ли? Ну да, там три тачки же стоит. Нашел. Обычно есть, три тачки стоит в начале. А, именно в этой рубрике ты имеешь? Да. В автогонщиках мы так не знаем ничего. В автогонщиках, да, мы не знаем. Вот именно в этой рубрике там ничего нет вроде. Блин, а где? Тебе ты второй серьезно нашел, да, выпало Бугатти? Серьезно? Да, это тебе. Сильно. Ну, как бы тебе выпало Бугатти, не мне, дядя. Тебе выпало. Так, а тут что у нас? А, я нашел третью. Слышишь? Хорошо, в смысле ты нашел крыше, прямо третью? Около базы. Вот около базы поставил на эстакаде. Я специально, я думал, ты ее впервые всех найдешь, а не все остальные. Я нашел Audi R8, кстати. Ну, такой заряженный. Кстати, да, ну, что так-то выпало мне, а? Да. Вообще не дурно. Ну, а мне осталось всего-то 3 минуты и найти еще одну тачку. Ты можешь, в принципе, смотреть, я буду искать... Ну, я сейчас еду, еще забираю. Это что, ты это Volvo, ну такая себе, конечно, Volvo. Ну да, как бы такое себе. Ну вот это одна единственная плохая тачка, которая тебе выпала, в принципе. А так две неплохие. Есть из чего выбрать. Есть из чего выбрать, а тут ты, я надеюсь, не засунул уже. Ну да, не это знаю, было бы сложно. А прикинь, если бы Твизи сюда выпало бы засунул, было бы неприятно, ладно? Ну, как минимум, да. Как минимум, да. Где еще? Где могут быть еще? Так, там мы уже были. Я смотрю, ты не особо сильно прятал их. То есть, возможно, и третья также спрятана где-то. Да, остановись. Поблизости. Остановись. Да. Все, иду. Все, поехали. А, я думал, у тебя кто-то пришел. Ролик остановил. Не, я говорю. Все, поехали. Я понял, ладно. Где брат? Еще одну. Какой брат? Брат 2. Не знаю, где брат. Какой тебя именно брат интересует? Да. Тот, который... Покажи, где тачка. Тут, блин, нету ничего, да? Тут тоже нету таких ничего. Нет. 3.20. Ау! Я тебя не жду, до свидания. А ты успел? А я и так сел. Навидал? Успел, ладно. Шустряк. Шустряк ты, однако. Гуси-флап. Ладно. Так, я надеюсь, это ж не та тачка, ладно. Третья, желтая. Вообще, надо было в зеленый красить, ну ладно. Ну, они как бы близки. Они близки, да. Да, и так сойдет. Я не вижу ничего, даже с моста, блин, я очень надеялся. 3.52 минуты. 3.52. Я не понимаю, ребята, я не вижу, чтобы вы понимали. Ну, я думал, я с моста увижу эту машину, знаешь. Моста-то видно. Моста-то видно, но не сейчас. Тут тоже нету. Я не знаю, 4.20 уже по времени. 4.20. Остается 40 секунд. Мне хотя бы ее найти, понимаешь? Даже хотя бы, если я даже сяду в нее, то это уже хорошо. Это уже засчитано. Ну, наверное, а да. Пока 4.40 вот сейчас уже. Но, блин, я не знаю, я вот... обидно будет, если я где-то проезжал, или даже если вы видели ее и написали мне об этом в комментариях, будет максимально обидно. Ну да, время выходит к концу. 4.50 уже. Ты как минимум проорешь с этого сейчас. Готов? Серьезно? Да. Блин. Да ну все, готов да, время вышло. Да, давай, чувак. Голос где? Просто готов. Ну, да, начинаю где? Уже орать. Сейчас подожди, я найду ее. Вот она. Где? Да вот здесь вот. Подожди, я включу. Я не вижу. Подожди, как. В смысле, ты не видишь? А, я на тебя прыгнул, просто, может, я не туда прыгнул. Ну я внизу, я внизу. А, ну в смысле. А! Да она вообще не спрятана, она вообще. Ты вот здесь только что проехал. Да направо ладно? Голову повернул. Да ладно, ребята. Ты не нашел. Блин, обидно. Она реально... Ну, она говно. Она вообще... Не, ну так она прыгает хорошо, на самом прыгает-то деле. Да, но... Но она вообще не спрятана. А она я по мосту катаюсь, ищу где-нибудь, а тут просто под мост надо было заехать. Обидно! Нет, я в шоке, как ты не нашел, честно. Да я тоже, тоже немножечко расстроен. Ладно, в любом случае, нам надо выбирать тачки из Панамы или же R8. У тебя, в принципе, ну, либо Дива, либо же тоже M8. Так, ну тут 136, подожди, а тут... Ну, я выбрал себе тачку, братан, как бы. Панама. Панама на все мои первые наши испытания. Поэтому, ребята, качаем сейчас мы автомобиль и отправляемся проходить наше первое испытание. Давай. Так, ребята, первое наше испытание — это прыжок веры. Ну, дива-пушка. Ну, дива, да. Дива-пушка... О, да, отлично. Давай, едем. О, хорошо, подкинуло. Так, еще раз. Ну, блин. Только я уехал, смотри, куда. Ну, да, я видела.
Блин, обидно. Ты, кстати, отлично. Просто да, ты тебя подкинула и ты поехал дальше. Да. Ладно, я надеялся, что меня ветряк подкинет еще разочек вперед. Тогда был бы мой балл, но а тут ладно. 1-0 в твою пользу, и мы отправляемся на следующее испытание. Давай. Так, друзья, мы готовы. Следующее испытание дерби до двух побед. Погнали. Ты в белый Давай. Покрасил? Да, так она красивее смотрится, чем красный. Ладно. Кстати, у нее красятся еще дополнительные элементы, которые у обычной дива, короче, не красились. А, прикольно. Ну, надо типа, помнишь посмотреть. Элементы, которые были голубые? Да, вот да, они красятся тоже. Да. Блин, я так да. ждал, я так долго ждал. Синий цвет, он ну, вообще не подходил ни к чему. Ладно, 1-0 пока что по этому испытанию. И ты думаешь, ну хотя что-то как-то озлобился, ты я посмотрел. Но. Да, ну, братан, ну куда? Ну куда? Ну куда? Ну куда? Давай, 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 давай. Да нифига ты выпуливаешь. Да, ну я как шлифу, но потом стартую, хорошо. Хорош. Я понял. Хорошо, хорошо. Получилось, хорошо. Хорошо, поехали, окей. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Булки не расслабляй. На, иди отсюда. Я-то пойду. Колодзи, может, давай. Ты пойдешь отсюда. А может быть ты? Помнишь этот мемасик, а может да что? А, ты Гасторовоза перепутал. Нет, 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 я тебе отвечаю, нет. Я жал вперед сейчас. Я в том-то да. и дело же говорю, почему, а что? Я жал вперед, и наехала назад. Это как странно. Вообще такое? Это, может, пингой ты меня просто про... А, ну может быть. Ну, короче, странно, очень-очень странно. Ну ладно, ты-то победил, да, но... Блин, я реально жал вперед и... Ладно, хорошо, твой балл, поехали дальше. Давай. Ну а следующее испытание — это прыжок в долину. Сейчас мы узнаем, кто летает дальше. Дива новенькая или же Панама. Или же не Панама и не Дива новенькая. Ну это прямо овощ. Сколько Какая едешь? Скорость? 600. 600. 700. 700. Ну ты, да, я... А упало что? Что такое? У меня было 700, это скинуло в 500 резко. Серьезно? Да. Я не прыгнул, потому что я цепанулся. А, ты пролагал, все. А, или что? Нет, чё? Я не лагал. Да, еще раз. У меня была скорость 600, 700 и упал резко в 500. Ну такое. Странно, однако. Ради очень таки странно. А мы, ребята, давайте попробуем прыгнуть. А, у меня нитро. Да что, ладно, давайте поставим нитро. Да, скорость падает под самый финиш. Что? Это впервые тачка у нас такая. То есть обычно... Да, что за хрень? Что-то странное. Ладно, мы, ребята, пробуем. Ты в итоге при 500 выпрыгнул, да? Да. Ну, то есть, казалось бы, ребята, если я сейчас просто выпрыгну, ну, нормально, без ударения, то, вероятнее всего, это мой балл. Вероятнее а, всего, ну, такое, не точно. Короче. 600. Да я опять ударился, но вопрос, а где ты? Ну, ты и перелетаешь меня, наверное. Ну ты Или на Или прям ко мне. А, не-не-не. Ну нет, я ударился, нет, не я ударился. Так, друзья, пробуем. Да, вот теперь я вылетел нормально. А, ну да, я же сказал, это мой балл. Ну вот смотри, ну, казалось да. бы, у тебя тачка быстрее в разы, но летает хуже. То есть в разных испытаниях машины показывают себя вообще по-разному. Ладно, ребята, это получается 2-1 по баллам, а мы идем на следующее испытание. А следующее испытание — смертельные шашки. Кто первый сюда вернется, тот и победил. 3-2-1. Давай, 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 let's go, поехали. Ты старт профуфляндил. Ну, куда? Да. Просто как стоящего. Просто 150. Объехал, да. Понятно, 300 еду. 100? 300? Да, но я врезался еще. Нормально, я видел. Я видел, но мне кажется, да куда? Вот просто, ребята, он сейчас с нуля практически набрал мою скорость. Ну, я 240 разогнал. Ну, нормально, так ты идешь. Батон нет? Ох, слава богу, я просто поворачивал, не видел. Это как тонированные стекла. Поворачиваешь и молишься, а вдруг, чтобы никого не было. Да ладно, просто вот, ребята, пушечная меня обгоняет. И по тормозам. Ну, да, хар... ну, дива это лучше, чем наша, которая была. Ну да, да, да. А хотя не факт. Надо будет потом их проверить. Да, он будет их потом сравнить. А, да, все. О! Видал? Видал? Видал, я это заснял. Просто заснял крупным планом. Ребята, за это лайк определенно. Красиво зашел. Очень, очень красиво было, очень. Ребята, ну у него 300, а у меня 200. Вопрос. Ну куда? Она, да, так, да, она да, по тормозам, да, тормозам да, такая себе, вот в чем у меня по тормозам, проблема. Говоришь, такая. О, полетел, полетел. Видишь, ее носит, прям вижу. Страшно. Особенно на этих ямах и кочках прям. Вижу, 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 ребята, шансы есть. Шансы есть, да, да. Твою да, 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 тихо, 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 тихо. Да, она прям вообще, она конченая, это реально.
то, что была у нас, она лучше. По скорости, я хз, на управление здесь-то просто... Управление, да, ужасно, я видел. Слушай, ну просто из-за того, что тебя занесло, я и вырвал эту победу. А по баллам 2-2, и мы отправляемся дальше, друзья. Давай. Следующее испытание, ребята, это оффроуд постройки. Нужно добраться сюда опять же таки первым. 3-2-1, поехали. Ну такое. Да не, на этой машине ехать прям, ну вообще такое себе. Ну, поэтому она, у меня, как бы, она тоже хорошо. Она дрифтит, это у нее большая проблема. У тебя полный привод, а это задний привод, понимаешь, в чем проблема? Да, я знаю, что такое задний привод, особенно зимой, это просто ужас. Ужас на крыльях ночи. Пацаны, помогите. Хотя не, ну, не то, что прям страшно, но... Ладно, ребята, ну, кстати, мы так впервые, по-моему, едем, поэтому... Так скажем, трасса немного незнакома. Капец ее носит. Ну и в то же время ты впереди. Как будто редуктор заварен, точнее, этот, как его? Не редуктор, а как это? Мост. Да, блях. Ну, да. Да уйди ты нахер, тракторист. Блин, я всю дорогу рядом, но не могу обогнать. Не хватает мощи, прям чуть-чуть. Я даже не нажимаю газ, потому что я знаю, что один лишний движение, я реально я, тупо блин, пойду под фонг боком. Пытаюсь. И вот меня развернуло, о, конечно. Вот и минус, да, вот и минус. А здесь направо или лево идет? Право-лево? Да вот тут поехали. Поехали. Поехали вот туда, блин, я просто из-за того, что ударился в тебя. А, ну ты, кстати, врезался, ты да. тоже врезался. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А что это было? Что там было? Вы видели это, ребята? А ну-ка, тайм-кодики, пожалуйста. У меня просто что как будто, было? Знаешь, пиксель какой-то невидимый, как вот на горе Чили, когда мы спуск делали. А-а-а. Меня тупо тормознуло. Хотя там ничего не было. Странно, ребята, однако. Ну, из-за этого, да. Из-за этого. Ну, хотя я еще догнал тебя плюс-минус. Блин, я не считаю, что Панама хуже в оффроуде. Ну, вообще не хуже. Да не, в разы лучше тогда, даже. Понятно, понятно. Ну просто да, из-за этого пикселя я и, блин, проиграл. Ладно, 3-2 по баллам, а мы отправляемся на последнее наше испытание. Давай. Ну а последнее наше испытание, ребята, это управляемый спуск горы Чилиат. Ну, да, посмотрим, что получится. Что, да, покажет твоя тачка, моя должна, по идее, поехать. Ну это не точно. Это не точно, говоришь? Ну такое. Ага. Ну такое, мы не знаем вообще ничего про Дива. В том-то и дело, что сложно судить. Да, новая именно эта вот моделька. Да. Давай-давай, нам нужно проехать камни. Уже будет хоть что-то. Я не проеду камни. Хе. Ты кинул меня назад. Блин, фуфил. Петушиный поступок. Надо было с собой забирать. Расскажи мне еще за поступки. Да, ладно, ребята. Ну, а в любом случае, это твой очередной балл. И, друзья, как оказалось, все-таки Дива была лучше, чем Панама. Я совершил сегодня плохой выбор. Да и, в принципе, у меня там не лучше была тачка. То есть сегодня а с рандомом повезло тебе. R8 там была, получается, прокачана. Ну, ну да. Она по скорости, я смотрел по паспорту, она не быстрее Панамы. Ладно, ребята, Дони повезло с рандомом, ему выпала вот такая вот офигенная дива, и вы в итоге пишите в комментариях, стоит ли нам использовать такой формат дальше, или же все-таки вернуться к уже бывалому. Ну, а я обязательно почитаю комментарии и уже приму решение. На этом все, подписывайтесь на канал, на мой инстаграмчик, всем удачки и всем пока. Пока.